другом полуфинальном матче этого турнира, который проходил в германском городе с красивым названием Гельзенкирхен, футболисты Шальке свою проблему решили. Правда, не без труда. Немцы играли без особых изысков в надежде на удачную игру головой кого-то из нападающих после навесов в штрафную соперника. Такая тактика в конце концов себя оправдала. На 68-й минуте после подачи углового Томас Линке выиграл дуэль в воздухе и сравнял счет по сумме двух матчей. А на второй минуте второго дополнительного уже тайма бельгиец Марк Вильмоц вновь головой во второй раз поразил ворота Тенерифе. Этого оказалось достаточно для выхода Шальке в финал одного из Еврокубков. Причем произошло это впервые в почти вековой биографии клуба. Итак, в финале Кубка УЕФА 7 и 21 мая Шальке 04 встретится с Интером. Первый матч состоится в Германии.